Здравствуйте, ребята, зрители YouTube-канала «Хитручкин двор». Даже наша кошка. Здравствуйте, ребята, зрители канала «Хитручкин двор». На блюде я вам показываю копченых перепелов. Это перепелочки горячего копчения, только-только с коптилочки. Давно забытый аромат на кухне. Но это очень вкусно. Спокусилась я на сегодняшнюю погоду. Вырезка перепелов проводится. Самцы перепела породы альбинос техасский. И это брак. А брак мы реализуем нашим благодарным покупателям. Также кушаем сами. А также делаем деликатесы. Это нездорова пища, копченый перепел. Но изредка хочется. Хочется такого мяска копченого. Будем делать сыровяленых перепелов. Тычки у нас богатые до пиццарезку. Будем ласувать такими вкусняшками. На завтра, а даже и на послезавтра, мясо цієї перепілочки буде намного вкусніє. Намного вкусніє. М'ясо набере свій вкус, аромат. Ну, я думаю, до завтра цьому м'ясу буде його менше половини, так як треба угостити своїх родственників. Ребята, копченості я не продаю. Під реалізацією вони у нас зараз не йдуть, не розглядаються. А я вам зараз хочу показати, як виглядали ці перепілочки до копчення. Отак от виглядять м'ясо, тушки, перепілов, самців. Породи альбінос техаски, в возрасті 52 дня. Вилупились вони у нас 5 сентября 2020 года. Наші заказчики заскучали за м'ясом і требують: «Лена, нам нужно молодое мяско перепела». Птиця кормлена с махонького-махонького, только на стартовом комбикорме заводского производства. И потом же мы плавно переводим птицу на свой корм, а это зерносмесь. Зерносмесь с добавлением травяной подкормки, с добавлением подсолнечниковой макухи. Кому интересно, можете ознакомиться в плейлисте комбикорма на YouTube-канале «Хитручкин двор». Там есть очень много интересных идей для вас, если вы желаете сделать комбикорм своими руками. Но для этого нужны свежие косточки, так как мы не используем в корме для перепелов мясо костное заводского производства, как делается из трупных отходов инкубаторий. Хочу вам ще показати, як виглядить тушка внутрі. А внутрі виглядить тушка так, як я перепілов скриваю розрізом по спині. Ми бачимо, що внутрі все чистенько, навіть винімаю легкі, даби потім вони вам не портили от вкусові качество мяса не було, якщо варите бульйони діткам, а в більшій часті у мене беруть покупателі продукцію як для малышей своїх, так і для пожилих своїх родителей. Якщо варити бульйончики, от ці от легкі, які знаходяться в птиці, вони потім будуть, бульйон буде більш темний. Даже извлекаємо надпочечники, такі на спині є, темные места. Ну, а бачите, что тушка чистенькая.
Так як птиця молоденька і так як вона бачить зерно, в неї є, присутствує внутрішній жирок. Це м'ясо будуть смакувати мої благодарні заказчики, так як днями зарані, а це у нас 3 дні назад, була доставка м'яска по городу. И мои заказчики сказали: Лена, нам надо повторить. Очень вкусно готовили мясо на противне. И мясо надо готовить вот так вот, дабы грудка была внизу. Не готовить грудкой вверх, так как она будет сухая. Ну, это все зависит, если вы ее зальете соусами, майонезами и так далее. Ребята, пишіть коментарі. Я рада сотрудничать з вами по продажам, інкуп яйця. Работаем мы все сезонно. Также можете ознакомиться по упаковкам в плейлисте «Перепила», в плейлисте «Отправки транспортной компании «Новая почта». Работаем все сезонно. И мясо транспортируем, отправляем также. Продукцию от наших перепелов, свежезарезанное мясо, маринованные перепелиные и пищевые перепелиные яйца также отправляем по территории Украины. Птицу реализуем без потрошков. Мясо мы реализуем без потрошков. Потрошки ложим только по желанию наших покупателей. А с этих потрошков мы готовим очень-очень вкусный сочный паштет. Кому интересен будет рецепт, как я готовлю паштет, можете подивиться на YouTube-канале «Хитрук Елена Жизнь». Но ссылочку я оставлю днями позже, так как будет у нас очень вкусный паштет с добавлением корнеплодов и овощей. Продукцию от наших перепелов, свежезарезанное мясо, маринованные перепелиные и пищевые перепелиные яйца также отправляем по территории Украины. Всего вам доброго, подписывайтесь на канал, следите за нашими новостями в соцсетях Facebook, Instagram «Хитрук Елена» и на YouTube-канале «Хитручкин двор». А моим заказчикам приятного аппетита и всего вам доброго. Пока-пока!